Реру, мои маленькие любители, покушайте, мы продолжаем. Гигантские ленивцы. Допустим. Сейчас будем обороняться от них. Но тут дверь нормально поставить, я понял. Ты чувствуешь, когда я до этого искал сам мясо, а тут мясо само ко мне пришло. Все, можете не тратить патрон, он сам умрет скоро. Пельмени, добей, пожалуйста. Пельмени, нам нужно скорее сделать производственный цех, поэтому ты, пожалуй, начинай копать у нас. А, ну после того, как сделаешь стену в холодильнике, да, в принципе, неплохо. А, можно вопрос, пельмени? А почему ты считаешь то, что носить в приоритете у тебя, чем шахтерство? О, соль, кстати, мы можем солить мясо, но сейчас нам вообще не надо. В принципе, я вот тут вижу, у нас медь. Также мы добили олово, неплохо. Так, в принципе, можно уже переходить плавненько на бронзу. Но чуть попозже, когда у нас будет производственный цех, соответственно. Для этого мне нужно хотя бы вот эти две комнатки выдолбить. Противник уйдет время на подготовку. Тут один чувак. Сыкуй, да? Хорошо. Давай, единичка, ты в принципе один с ним справишься. Он изичный. У него много одежды, это хорошо. Даже нам сталь принес. Не сталь, а серебро. Вот и все дела. По нуждам у тебя адская боль. Это, в принципе, мы успеем тебя спасти. А он неплохой такой чувак. Потому что, смотрите, у него есть дальник. Девяточка. У него горняк на десяточку с огоньком. И медик у него тоже хороший. Можно его как горняка взять, чтобы потому что копать будет необходимо очень много. А из-за недостатков у него нет. У него противный голос. Он не нравится другим. Добрый он. Кулинар. Кулинария семерочка, ладно. Кровожадность. А, хуй с тобой, спасаем. Главное, чтобы я не пожалел об этом. Вылечите его кто-нибудь, пожалуйста. Стой, блять. Нет, пельмень, лечи. Нет, без медикаментов он сейчас сдохнет же. Пельмень, давай, окажи ему лечение. Пожалуйста. Сука. Ну, без него, значит, обойдемся. А, я забыл то, что по ограничению надо поставить совсем неограниченную область. По работе. Питомцам тоже надо... А, я питомцам поставил. А нашим по ограничению я поставлю всем неограниченную область, а пельмешка пусть копает. Почему? Ну ладно. Мне просто бесит то, что все сейчас ходят через холодильник, но я думаю, это скоро изменится, очень скоро, потому что здесь будет кухня, больше тут никто так шляндить не будет. Как только у нас появится нормальный склад, как только у нас появятся нормальные вещи, нормальная комната, все будет нормально. Я сейчас начинаю ощущать нехватку колонистов. Не сказать, что дикую, но просто нехватку, потому что нам сейчас надо очень копать, а пельмешка с ролью шахтера и одновременно с ролью строителя очень туго справляется, потому что он в одиночку, это действительно трудно делать. У нас тут дофига еды, в принципе, и это очень замечательно. У нас тут есть яблоков дофига и персиков дофига. По идее, из них делается фруктовый салат. Только хуй знает, где это делается. Производство, по идее, приготовление пищи. О, кухонный стол, может быть он? Давайте его построим. Пельмень, я тебе дал задание, ты что делаешь? Следом будут нормальные двери, которые быстро закрываются, поэтому пока будем испытывать некое неудобство, но что ж поделать. Также надо будет вот здесь вот поставить, по производству поставить аксессуар, именно пищевой горшок из досок. Вот здесь вот, чтобы колонисты проходили, брали и уходили, а по холодильнику не шмыгали. Чтобы они брали такой же пресет, как и здесь, только здесь вот максимальный. Замечательно. Давайте вот на этом столе делать салаты, да? Вот, у нас гаструшок построился, так мы копируем настройки, устанавливаем настройки, только вот в этом сделаем максимальный приоритет. Теперь, когда колонисты будет время, они сюда перетаскают, чтобы колонисты вот не делали такой большой круг из нашей столовой, которую раньше, следом вот здесь вот будет, вот сюда. Ты стал трезвенником. Не примет идею получения удовольствия от химии, держится подальше от алкоголя и наркотиков. Неплохо. Тем более, что я не собираюсь наших колонистов пока что отравить никакими наркотиками. Бзыть? Ну вообще насрать. У меня слишком все хуево развито, чтобы бзыть бояться. Вот. Че вы... Еще один бзыть, ты серьезно? Давайте мы сделаем вот здесь вот приказы. Область небольшую, прям максимально небольшую область. Вот здесь вот. Посадим тут лечебный корень.
Только вот эти вот суки меня бесят немножечко. Свиньи, я думал, вы будете атаковать этих жуков. Вы же типа этот... Это же типа ваша территория. Чего вы тут бесплатно живете так? Так, посмотрим, что у нас тут еще. Шампиньоны находятся. Но шампиньоны, они тут храниться не будут, потому что они основа без... Что-то особо бесполезно как-то. Стрелы. Каменные, металлические, отравленные, любые. Пусть хранятся здесь. И мне надо будет сделать сейчас лук. Лук. Рекурсивный лук. Один и штучка. Ну и с дерева, в принципе, неплохо. Также надо будет сейчас назначить пресет по патронам, по стрелам. Будем наращивать сейчас огневую мощь, хотя бы в виде луков, потому что это будет крайне необходимо. Только ты... А, у нас же две штучки всего, ну ладно. Вы задолбали. Чё за бздыти? Это из-за того, что энергия никуда не девается. Хорошо. Давай переключим, и пусть все питается из генератора сейчас. Будем за этим надо тщательно следить, чтобы бздыти поменьше не было. Если можно было бы как-то настроить, типа логистику провести, но я сомневаюсь, что это вообще можно сделать у Римочки. Хершел, настало твое время. Мы даем тебе первое твое оружие. Мы даем тебе рекурсивный лук с патронами. Я посмотрю, мы с племяшкой все выкопали, все, что мы хотели, да? Вот эти вот штучки надо будет перенести вот сюда. Я не хочу здесь копать, потому что это долго. Вот здесь вот я имею в виду. И поэтому я это отменяю. А здесь я типа сделаю небольшое помещение для лечения или для заключенных, как получится. А по планировке надо в любом случае делать приказы. Сначала я хочу выкопать небольшую область склада вот здесь хотя бы. И в любом случае мне придется копать производственную нашу часть. Да, колонистов явно не хватает. Я думаю, ты даже знаешь, что сделать. Вот эту штуку отменить. По приказам вот эту штуку выкопать чуть побольше. Чтобы сразу все перенести туда. Пенелопу съедает мух мета. У, бля. Вы же вы задолбали, ребят. Давайте сейчас... Вот этот отменим по приказу копать, а выкопывай немножечко себе цветокамни, буквально децл. Я понимаю, что это немножко повысит стоимость колонии и то, что нам придут более жесткие рейды, но бля, кого это волнует, во-первых. А во-вторых, это необходимо просто, чтобы наши колонисты не получили дебаф. Точнее, получали дебафы, но чуть поменьше. Как минимум из-за света, и это будет меньше дебаф к скорости работы. Давай еще вот этот мы выкопаем с тобой, всего два кусочка нам за глаза хватит. Да, замечательно. И теперь мы можем построить тут материалы. Так, это находится в энергии, по-моему, нет, специально. Блять, где? Заправление светильники, светокаменные светильники. Замечательно. Построим здесь вот сколько сможем сейчас. Пока такого количества должно хватить, потом я уже буду перемещать их по карте. Куда я хочу и зачем я хочу. Нам срочно нужны еще колонисты для нашей задачи, потому что этого мало. Мало, очень мало. Так, нужно будет... Чё? Ритуальная жертва из фракции приходит. Ну, прикольно, чё. Так, надо переключать, потому что скоро аккумулятор сядет. И пошла зарядка. Ура! Чему я радуюсь, правда, я не знаю. Ой, не хочу я ничего уничтожать, отстаньте от меня. А с чего, у меня светокамень кончился, что ли? Нет, а пельмени почему ты не делаешь? Доски кончились, зараза. А зачем ты ешь сырое, если у тебя тут есть готовое? Можно вопрос? Растительного происхождения. А захрена ты это ешь? Блюдо можешь есть. Съешь простой салат и успокойся. Так, одну лампу нужно по-любому поставить сейчас сюда, в повышенном приоритете. Чтобы меню работалось нормально. О, и копать сразу быстрее начал. Так, приказать надо Хершелу сейчас нашему срубить все, что здесь есть. Вот максимально срубить. Чтобы это все не мешалось нам при обороне. Я начинаю постепенно переезд в наш склад, пока он копается. Правда, могут возникнуть небольшие проблемы с генератором, связанные с тем, что у нас далеко будет от угля. Но я думаю, это как-то переживем. Англезит у нас тут есть. Это свинец. Это хорошо, то, что это свинец. Чтобы мы вот здесь вот разместили все наши инструменты, необходимые нам. У нас тут есть свинец, это хорошо. Но с другой стороны, это плохо. Так, контейнер, сундук из досок. Вот здесь что надо будет поставить. Хершел, у меня к тебе будет первое твое очень важное задание. Убить этого зайца с помощью лука. Давай. Я в тебя верю. Да ты ладно, ты попал. Я, конечно, издеваюсь, но все же. Просто у него по персоне единичка дальний бой. Поэтому я и удивляюсь. На кого ты? На аудитере? Ты кто такая, блядь? Перемени сюда срочно. Хершел тоже сюда вот встань, пожалуйста. И единичка тоже иди сюда. А Хершел, спасайся. Убегай. Вот я здесь. Атакуй меня, блядь. Придурок. Куда побежал-то? Дядь. Убегай. Атакуй его, пожалуйста, Хершел, ты тоже.
Никто никого не поцарапал, все замечательно. А, лечи.